Всем привет, с вами Коля Лай. В этом видео покажу и расскажу, как взломать любую игру на деньги, в которой есть значение с плавающей запятой. Например, как у меня. Показывать я буду все на примере такой игры, как Soviet Republic. Ну и, собственно говоря, приступим. Сначала открываем Cheat Engine, нажимаем на значок лупы, выбираем процесс с игрой. И в строке тип значения вместо 4 байта выбираем либо float, либо double. А конкретно в моем случае подойдет значение double. Теперь вписываем значение денег. 79 115. Нажимаем поиск. Теперь надо, чтобы оно изменилось. Либо увеличилось, либо уменьшилось. А как вы видите, значение денег у нас изменилось. Теперь вводим 79 190 и нажимаем отсев. Остался у нас один адрес. Нажимаем по нему левой кнопкой мыши, затем правой. Изменение значения выбранных адресов. И вводим любое значение. Например, 1 миллион. Подтвердить. И вуаля. У нас получилось взломать игру на деньги, в которой есть значение с плавающей. Которое значение перемены с плавающей запятой. Во. Думаю, на этом можно закончить данный видеоролик. Всем спасибо за внимание. Всем пока.